Друзья, всех приветствую. Основа нашего проекта по постройке гусеничного турботрактора готова. Были изготовлены задний, передний мост и, соответственно, рама. Сейчас я немножко пробегусь по размерам. Может быть, кто-то будет повторять подобные конструкции. Ну, с учетом того, что раму я вымерил из таких соображений, как компактность, чтобы ничего лишнего не было, никаких свесов. И в то же время, ну, все было компактно, аккуратно. И именно под покрышку трактора Т-25. Напомню, мосты у нас под колею 90 сантиметров, передний, задний. О мостах на канале есть подробный ролик, переходите и смотрите. Значит, длина нашей рамы 160 сантиметров. Ширина рамы 47 сантиметров. Я делал с таких, как бы, ну, по таким размерам, чтобы он помещался в легковой прицеп машины, можно было компактно перевозить. В общем, вот такая вот у нас конструкция. Пока ничего не закреплено, потому что нужно ставить двигатель с коробкой, мерить угол наклона моста, соответственно, будет прикидываться кардан. Потом уже это все дело будет по факту прихватываться, обвариваться. Также будем делать механизм натяжения. Сейчас приступаю к двигателю. Будем разбирать, дефектовать, чистить, красить это все дело. И уже устанавливаем на трактор. Повторюсь, кому интересно более подробно о мостах, заднем, переднем, раме, как это все дело варилось, смотрите на канале. Ну, а я приступаю к двигателю. Так что пока это так. Всем спасибо за внимание.